отношение коллектива. Хотя вроде не так уж красиво, то ли полная, то ли худая. Но сегодня я отмечаю, что я украшение коллектива. Во мне мудрость и женская сила, из земли через юбку впитаю. И уже никогда не стану больше, чем украшение коллектива. Мы сегодня отмечаем день весны, день цветов и, конечно, красоты. А другие причины этому дню не нужны, ведь зачем еще миру женщины? Женщина должна украшать, и чтобы с каждой получилась хорошая мать. Важно в школе не учиться и побольше рожать, чтобы каждая с гордостью могла сказать: я украшение коллектива. Хотя вроде не так уж красиво, то ли полная, то ли худая. Но сегодня я отмечаю, что я украшение коллектива. Во мне мудрость и женская сила, из земли через юбку впитаю. И уже никогда не стану больше, чем украшение коллектива. С 8 марта. Спасибо большое моим патронам и патронессам, которые поддерживают меня на Patreon. Ссылка здесь и в описании. Вы самые лучшие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И с вами была Ася. Пока.